Там высадили зеленые ели и деревья, проложили тротуарную плитку и построили детские площадки. И на церемонию открытия приехал губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Глава региона поблагодарил краснодарцев за активную позицию и помощь в возведении парка. Ведь именно они проголосовали за благоустройство этой территории в марте прошлого года на выборах в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Количество жилья, оно растет, но важно не количество жилья, не количество квадратных метров, а то, чтобы в этом жилье жизнь поселилась. Жизнь комфортная, нормальная для людей. Сегодня с нуля это зеленая зона, аллея, сквер созданы. Я считаю, это очень важно для того, чтобы жизнь в Краснодаре становилась комфортной. Я хочу поблагодарить еще раз вас за вашу активность, за вашу жизненную позицию, потому что если бы не ваши активные действия, то здесь вместо зеленой архитектуры мы бы имели архитектуру из стекла и бетона. Хочу поблагодарить мэра Краснодара за тоже принципиальную позицию, за то, что в короткие сроки максимально приступили к озеленению этого участка. И пожелать, чтобы, конечно, таких скверов, таких аллей, таких парков, я надеюсь, и парков тоже в Краснодаре становилось все больше и больше. Мы, и только мы, можем сделать его или ярким, или серым, или комфортным, либо комфортным. После торжественной части глава региона вместе с мэром и краснодарцами прошел по новой аллее. На территории участка провели берегоукрепительные работы, обустроили спортивные площадки, а также возвели скейт-парк. Это первая очередь аллеи. В будущем она увеличится вдвое. Всего на строительство новых зон отдыха, парков и скверов Краснодарский край получит 1 700 000 рублей из федерального бюджета.